Всем привет, вы смотрите канал Данила Кулеша. Сегодня понедельник и, как обещал, записываю уроки по Final Cut Pro. У нас есть два файла, которые необходимо синхронизировать. Это запись камеры со звуком и отдельно звук, записанный на внешний микрофон. Я уже импортировал два файла в Final Cut, давайте их прослушаем. Здравствуйте, вы смотрите канал Данила Кулеша. Этот звук записан на встроенный микрофон камеры, слышен довольно-таки глубокое эхо, уровень громкости высокий, но все-таки присутствуют шумы. Давайте послушаем звук с внешнего микрофона, я его уже обработал, и вот, собственно, что получилось. Здравствуйте, вы смотрите канал. Уровень звука намного тише, чем у встроенного микрофона, но все-таки качество намного лучше. Давайте выделим два файла, класснем правой клавишей и нажимаем Synchronized Clip, после чего появляется синхронизированный клип. Теперь клацаем по нему правой клавишей и нажимаем Open in Timeline. Видим, что по пикам довольно-таки все красиво синхронизировалось. Выбираем верхнюю дорожку, идем в вкладочку Audio и здесь в Channel Configuration снимаем галочку. Давайте послушаем, что получилось. Здравствуйте, вы смотрите канал Данила. То есть звук с камеры у нас ушел, и остался звук, записанный на внешний микрофон, собственно, который мы поставили с помощью функции синхронизации Final Cut Pro. Что вы хотите узнать по Final Cut, пишите в комментариях под этим видео. А на этом все, до следующего понедельника. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео. Всем спасибо за просмотр, пока!